Более 100 сотрудников роддома номер 2 прошли первый этап вакцинации от коронавирусной инфекции. Для этого в медучреждении развернули прививочный пункт. Кроме того, многие из сотрудников прививаются сами в поликлиниках по месту жительства. По их словам, медсестры работают с беременными и детьми, поэтому не могут подвергать их риску заражения. Врачи призывают всех дагестанцев пройти вакцинацию от COVID-19. Учитывая, что первые две волны коронавируса были очень сложными для республики, я для себя решила провести двухэтапное вакцинирование спутником ВИ российского производства, о чем я не жалею. И сейчас в эту третью волну я чувствую себя защищенной. И всех призываю наших жителей республики очень ответственно к этому отнестись, вакцинироваться, потому что это, в свою очередь, защищает всех родственников, близких наших, членов семьи.